Всем привет, друзья, с вами Виолент, и добро пожаловать в Roblox. И сегодня мы с вами будем играть в интересный режим The Crusher. То есть нас здесь может раздавить просто в пух и прах, и нам нужно проходить интересные миссии, чтобы нас, конечно же, не раздавило. Здесь вот такой вот великолепный шарик есть, он меняет цвет. Давайте сбьем вот этих братишек всех. Видите, карта зареспавнилась. Сейчас мы пойдем, естественно, играться. Сейчас будет интересно, я думаю. Немножко нужно подождать, и мы через одну секунду появляемся здесь. Что нам нужно делать, это просто найти место, куда дропнуться. Сверху идет плита, и она хочет нас раздавить. Вот, и нужно так находить всегда места, чтобы ниже и ниже и ниже. Вода здесь может убить. О, как? What the fuck? Почему я не успел эту дырку? Ё-моё. Я же там успел, я же прыгнул. Но стена, видите, меня придавила, прижала. Поэтому наша задача убежать, найти дыру и, естественно, смыться, найти проход. Ладно, здесь много людишек, смотрите, какие девочки. Что они делают? Колокольчик, блин, колокольчик на урок, что ли? Я не могу понять, что ли. Подожди, а что это за тип такой? Опа, все красное. Возможно, нельзя наступать. А, нормально, нашли уже, братишки. Пишут все хай, погнали. Давай, отлично. Так, что у нас дальше, здесь? Все прыгаем в эту штуку. Ай-я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 й. Это похоже на лаву. Ай-яй-яй. Надо, короче, смотреть внимательно. Иначе мы просто можем упасть. Видите, много игроков. Даже котик есть. А, это не котик, это просто хвостик. Просто хвост, подумаешь, хвост отрастили, ничего страшного. Что у нас есть в магазине? Давайте посмотрим. В магазине есть коктейльчики различные. Офигеть, арбузики, есть пиццы. Для чего это нам нужно, пока что непонятно. У нас заработано 0 бабло. Бабла. Подожди, а это что у нас? А, и кодики можно тоже вести. Офигеть. Офигеть. Ладно, давайте сбьем опять немножко вот так вот. Поиграем в боулинг. А там у нас пропасть. Туда мы можем вообще провалиться, если мы, блин, будем так проигрывать. Будет полная жопа. Ну что, давай, зареспавнись и сейчас пойдем. Так, быстрее. Два сурвайвера. О, отлично, карта зареспавнилась. Я думаю, это легче будет, возможно. Нужно сразу с отсюда смотреть, куда здесь идти и бегать. Я вижу там рычаг. Возможно, нам нужно дернуть его. Ну, здесь-то все понятно. Сразу бегут на этот кубик. Потому что его видно. А там уже нужно побыстрее заметить самому. Вот что здесь нужно делать? Вот включили, врубили. Ага, здесь такой. Вот этот кубик тоже, по идее, будет ломаться, наверное. А-а-а, вот смотрите, что-то она делает. Что, вы не нашли, что ли, куда бежать, прыгать? А-а-а, даже никто не врубил этот кубик. По идее, нам сюда надо. Опа, отлично. Дальше что у нас здесь? Все врубаем. Все врубаем, как сюда пройти. Сверху надо залезть. Сюда уже активировали здесь, да? А, вот еще. Вы активировали его или нет? Я не пойму, вы активировали его или нет? А, все вижу. Отлично, неужели мы пройдем? Как вот это нажимать? Вроде бы все активировали. Так, я вижу. Вниз. Блин, а чувак сразу пошел. Что нам здесь делать нужно? Тот активировали вроде бы. Осталось один активировать. Вот этот активировали? Вроде бы да. Надо как-то туда залезть. Вот, открыли. Чувак открыл. Е, детка. Неужели мы хоть что-то сделали с вами? Неужели мы заработали 10 бабок? 10 золотых монет. Блин. Жесть, меня просто передергнуло уже от этого. От этого режима. Давайте вот так вот возьмем. Блин, я первый раз выиграл, ребят. Это заслуживает уже реально лайка. Офигеть. Окей, а если мы следующую сейчас пройдем? То есть две подряд. Что будет нам? Так, я вижу. Я вижу, куда нам нужно идти. Здесь у нас уже какой-то Новый год, снег, зима. Давай. Давай, ломаем. Так, сломали. Здесь, да, да, это Новый год какой-то. Это настоящий Новый год. А, и что, нам в подарок нужно залезть или что? Так, давай прыгаем быстрее. Все. Как Дед Мороз в шахту спустились. А здесь, походу, нужно вот сюда вот пройти. Видите, все проходят.
Ёперный хит! А на что это я упал? На человека тупо сдохшего? Что это было? Блин, так нечестно, ребят. Реально так нечестно. Что у нас здесь за типы? Вообще, просто здесь кони настоящие. Которые топовые самые. Но один раз мы с вами выжили. Что у нее красное такое? Что это такое? Расскажи мне, покажи, что ты делаешь? Все тут здороваются, давайте я вам на голову прыгну. Вот так попрыгаю по голове, чтобы выиграть мне. Чтоб нам, точнее, выиграть. Наша задача выиграть все. Чтоб мы выиграли все. Вот, смотрите, я на шаре. Че, давайте следующую карту. Следующая карта какая-то у нас розовая вся. Вообще дичь какая-то. Давайте, начинайся и погнали. Ух ты, карамельная фабрика какая-то. Смотрите, как красиво-то. Плита движется или нет? Мне что-то активировать нужно. Давай, ломайся. Отлично. Ладно. Ой-ой-ой-ой. Нормально. Так, прошли. А, прыгать вниз нельзя. Блин, вот это и опасно. Есть. Че, можно ступать вниз, да? А, все, блин, сразу даже не заметишь. Где здесь дырка? Я не знаю, как они замечают. Сразу реально и не заметишь. Так, бежим, мы спортсмены. Ну, здесь все просто. Надо... Че, не может запрыгнуть? Я запрыгнул вроде бы. Вроде нам наверх нужно. Какого фига? Стоять! Все. Быстро. Все-таки, если бы не моя ошибка там, если он бы запрыгнул бы, я бы выиграл бы этот режим, эту карту. Блин, эта карта на самом деле была легкая. Там нужно было просто идти. Просто идти. Раина? Она пишет yes. Какой хороший диалог. Ой-ой-ой, опа, я сразу нашел. Я первый наконец-то нашел дырку, куда нам нужно прыгать. Я рад этому. Давай, ломайся. Ломайся. Наконец-то. И что у нас здесь? Я сразу нашел дырку. Что здесь такое быстрое все? Опять нашел. Куда быстрее. А, вот почему быстрое. Здесь, ну, ускоренное дело. Блин, по-разному меняется. Карты меняются. Здесь, видите, просто на ловкость, на быстроту. На взгляд, как твои глазки реагируют быстро. Мы сразу понаходили эти дырки. Но не успели. Мы тупо не успели. Просто не успели. Чё с тобой? Зачем тебе пчелка эта? Жесть какая-то. Вот, вижу. Вон там игроки стоят, ждут. Шарики, видите, катает. Кто-то нервничает, прыгает. Ого, какая комната красивая. Здесь нам нужно просто спрыгнуть. Так. Где? Ага, вижу. Че, стена еще не идет? Стена вроде бы еще не идет. Так, прыгаем сюда. Пол это лава здесь у нас. Так. И вниз. Вниз спустились. Здесь спускаемся вниз. И здесь куда-то нужно идти. То есть нам нужно сюда. А здесь видите, куда нам нужно? Так, лезем наверх. Так, залезли наверх. Потом сюда. 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 Сюда на батут. Да какого фига она меня придавила? Ну так нечестно. Она меня опять придавила. Я просто не успеваю. Я-то вижу, куда идти, но просто не успеваю. Блин, а почему я не успеваю? Почему другие успевают? Нужно первым находить дырку, понимаете? Первыми. Тогда все будет нормально. Ну, блин, этот режим интересный, ребят. Напишите, как вам, конечно же. Мне будет интересно почитать, как вам этот режим. Мне он очень нравится. Мы должны проходить вниз. Мы один раз всего лишь выиграли. Что, так здесь сложно, что ли? Смотрите, сколько братишки попроходили, непонятно. Так, давайте еще каточку согранем. Здесь у нас космос пошел, конечно, уже. И какой-то интересный космос. Потом
Вода какая-то. Потом что-то еще. Ну, карты интересные, карты разные. Это очень радует меня. Становите все круг. О, бомба. Нет, это не бомба. А что, она не взорвется, что ли? Вот, нашли. Небольшой лабиринтик такой. Ну, здесь, понятное дело, спускаться нельзя. Нужно вот так вот прыгать. Перепрыгивать. И заходить в это царство. Блин, стена здесь, плита двигается очень быстро почему-то. Прям чересчур. Нам просто вот сюда нужно. Так. Все вниз идут. Сюда зайти нет. А, нашли дверь куда. Так, прыгаем. Перепрыгиваю. А, это Марио пошло. Я оказался настоящим Марио. А чё с ними? Чё все зависли? Да блин, почему она меня убивает? Я такой думаю, чё за тишье такое странное какое-то. Ладно, ребят, на этом мы тогда закончим эту серию. Если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайки. С вами был Виолент. До скорых встреч. Всем пока.